Сегодняшняя тема. Как пишет РБК Дейли, если этот проект станет законом, то сигареты будут запрещены к продаже в торговых точках площадью менее 50 квадратных метров, то есть во всех палатках и ларьках. В магазинах сигареты не будут выложены в открытую продажу, и их придется выбирать и заказывать по специальному прескуранту. Кроме того, Минздрав Соцразвитие планирует увеличить акцизную долю в цене сигарет до 50%, что приведет к увеличению средней стоимости одной пачки сигарет примерно в 3 раза до 60 рублей. Места для курения также будут существенно ограничены. Курить запретят в поездах дальнего следования, на пассажирских судах, в аэропортах и на входе в них, а также в гостиницах, ночных клубах и ресторанах. Чтобы курить в подъезде, нужно будет заручиться согласием всех жильцов. Минздрав соцразвития планирует, что после принятия закона поступления от табачных акцизов бюджет увеличится в 4 раза. Потратив на реализацию закона 615 миллионов рублей, государство уже к 2014 году получит 466 миллиардов. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.